Сегодня мне пришла с Японии видеокарта MC 560 GTX. Да, это GTX, это мощная видеокарта. Но перед этим, как мне ее поставить на мой компьютер, мне ее надо с 2 гигабайт раскачать до 4 гигабайт. Итак, распаковываем. У нас тут документы, все как и положено, все дела. Ну это поебать, короче, не обращайте внимания, похую. Вот она. MC GTX 560. Ну вот, дело в том, что она слабенькая немного, и GTA 5 будет лагать. У нас есть проблемные с ней места. Вот она, проблемная плата. Вот эта вот часть нам не нужна. Но мы ее отключим с помощью вот этого вот, вот этой вот платы. Ее надо будет отломить, вот это место, чтобы отключить правую сторону. Вот так вот берем и... Угу, не получается нихуя. Отламываем, вот так вот. Так, главное все делать аккуратно и не спеша. Вот так вот, по красоте. Теперь аккуратно зачищаем то, где надломали. Все, мешать не будет нам теперь. Ну, осталась еще одна проблема, где задерживается, опять же, мощность ядра, гигабайты, которые мне нужны. Это вот в этой плате надо ее высверливать. Опять же, нам надо ее высверливать и вырезать полностью. Итак, мы расчерчиваем центр платы на глаз. Похуй уже, на глаз, блядь. Вот так вот. Вот так. И сверлим. Стол еще не просверлили, и благо, слава Господу. Блять, не сверлится нихуя. Пиздец. Мне это надоело уже. Но это еще можно восстановить. Работать должна еще. Но все равно она не нужна, нам надо ее высверливать отсюда. Yes, контакт был у нас. Все, просверлено, ура. Теперь нам надо сменить сверло на вот эту вот штуку, чтобы благополучно вот эту плату отсюда нам вырезать. Все будет красиво и качественно. Тут главное не переборщить, опять же. Блять, как он заебал. Вот такая вот теперь у нас будет видеокарта. Теперь она на 4 гигабайта. Теперь можно будет играть в любые игры. Все было сделано качественно. Главное, что не задеты вот эти вот контакты. Иначе бы она бы не работала. Видите, здесь тонкая работа. Здесь надо быть мастером на все руки. Понимаете, да? Она будет работать лучше, чем новые видеокарты за 100 тысяч. Так что все прекрасно. Все вот так вот по кайфу сделано. Вот так вот по кайфу. Все по уму. И главное, по красоте. Во, по красоте она будет лучше всего. Ну, все будет заебись работать. Вот так вот. Ёбань, блядь, хуёвая хуйня. Где эта ебаная линейка, блядь?